По данным на утро 29 сентября, леса 9 районов открыты для посещений в Минской области, в том числе и Солигорске. Еще вчера 13 районов Минщины были под запретом. К вечеру ограничения остались только в 4. Об этом свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза. Запрет на посещение лесных угодий действует в Вилейском, Воложенском, Молодечнинском и Столбцовском районах. Причина временных запретов – высокий класс пожарной опасности. Отметим, что за нарушение запрета можно получить предупреждение, если в лесу не причинен ущерб, либо штраф в размере 50 базовых величин.